Всем привет! Я вышла к вам в эфир показать, что мне сделали реснички наконец-то. Вот такую вот красоту. Спасибо большое. Только что мы закончили. Делали 3 часа примерно. И нижний, и верхний. Мои любимые духи Монтали, которые мне вот недавно совсем привезли. Никто так и не отгадал запах, собственно говоря. Вот. Сегодня вечером выйду в эфир с мамой и покажу вам лампу, которую нам наконец-то привезли. О, моя любимая песня играет. Огородную лампу, имею в виду. Но у нас, знаете, уже взошел один огурчик, так что для нас это огромная радость. Всем передаю привет большой. Я люблю тебя, мне очень приятно. Смотрите. У меня нос в веснушках весь. Не знаю почему. Вот. Где мама? Маш, какие реснички делаешь? Алиса! Алис! Какие ты мне сделала реснички? Красивые. Это понятно. Расскажи, пожалуйста, какие? Какой это объем? Вот, 14. Все, чтобы я никого не обманывала. А то я что-нибудь накосячу. Я что в эфире уже рассказала. Ну вот еще. Я просто вышла, чтобы показать. Вот, говори. Мне надо, чтобы меня было видно. У Маши четверной объем, 4D. Голливуд у нас называется. И нижние реснички сделаны. Четверной объем в изгибе D. Толщина 0,07. Толще нельзя ставить. Нельзя ставить 0,1 на Голливуд. Иначе будет некрасиво, очень грубо. А у Маши красиво. Вот. Сама себя. Да, эффект натуральный. Натуральный эффект — это когда посерединке максимальная длина, во внешнем и внутреннем уголке покороче. То есть как бы такой полукруг получается, открывает глазки, делает большие красивые. Я хожу только к Алисе. Уже сколько? Уже сколько много. Я к тебе не хожу? Я не знаю, я не считала. Но много. Она мне все время какие-то байки рассказывает. А какая у тебя фамилия? Просто я могу сказать, что она работает, вот, феи Ларшес, да? Только она работает на улице Руставели, а не где-то вот все время путают. Многие просто приходят в студию в другую. Но Алиса все равно на всех студиях один я человек. Да, я с ними хожу постоянно очень долгое количество времени, и несмотря на объем, они не смотрятся, знаете, как у какой-то проститутки. Ну, то есть они смотрятся как нарощенными, имею в виду. А как найти Олесю? Не Олесю, а Алису. Это Алиса, да. Меня немножко попутали. Нельзя быть такой миленькой. Да, она очень миленькая. Не устают глаза? Нет, совершенно не устают. Брови, это нет, это не татуаж, это напыление, которое мы делали вместе с сестрой, кстати, Бузовой, с Анечкой. Сколько стоит? Голливуд 4500, а нижний я не помню сколько. Голливуд 4500, нижний сейчас скажут. 400 нижний. Короче, сколько это? 5000, да, стоит? Даже чуть побольше, наверное, да. Ну, это очень круто, честно скажу, это того стоит. Я много где наращивала, но самое лучшее наращивание прям однозначно здесь. Я выхожу каждый раз абсолютно счастливая. Где делаю? Да, я еще там до сих пор. Я пришла, и вот сколько я здесь, 3 часа. Ресницы наращиваются где-то 3 часа, да, тоже, если кто-то думаешь, что можно за час нарастить, нельзя. Ну, я хотела, знаете, что сказать? То, что ресницы, которые действительно хорошие, качественные, да, просто кто-то приходит, говорит, сделайте мне побыстрее. Ну, вот делают быстро, да, мне многие делали, одна даже экс-участница дома 2, но при этом я вышла, я не проходила с ними даже 2 дней. У меня были склейки, я умирала. А вот с этим объемом я прям хожу, как это, знаете, ну, вот в Самаре была сколько дней, и ныряла в океане, когда ездила. И не, ну, помнишь, что мне делать как раз перед ездом? Ничего не было абсолютно.
Там еще опять спрашивали адрес студии, название. Ну, это Руставели, дом 4. Ресничные феи. Ресничные феи, да. Завтра у меня, кстати, выходите в прямой эфир в 11 утра, будет очень много интересного. Машенька, хочешь снова замуж? Я выхожу замуж в марте. У меня свадьба. Да. Почему я узнаю только сейчас? Блин, я тебе забыла рассказать. Я пришла, короче, узнала все про Алису, про себя ничего не успела рассказать. Видите, вам, а вам рассказываю. Вообще. Так что, а что ты думаешь, я похорошела? Сколько ходишь с ресницами? Долгое время. Кстати, хожу с ресничками примерно сколько? Ну, недели 3, может. Вы знаете, что делаем? Мы не снимаем ресницы полностью, потому что у меня не хватает мужества лежать долго. Мы делаем каждый раз коррекцию. Меня Алиса приучила. Не выходи, он же изменщик. Ой, ребят, я уже не знаю, кому верить. Мне мама хочет отдать. Она говорит, что она не хочет, чтобы я была одна. Она хочет, чтобы у нее были внуки. Короче, знаешь, мне вот это, у мамы вот такая вот психология. А за кого выходишь, спрашивать? Мне тоже интересно. Ну, это, конечно, очень интересно, но я об этом рассказать, к сожалению, не могу. Я вам покажу его чуть позже. Я надеюсь, что он осмелится наконец-то показаться. Он совершенно не одобряет мой инстаграм, поэтому я не знаю, как я буду жить. Привет, Томск. Томск, привет, мои родные. Очень приятно. Мне, кстати, достали, знаешь, этими впалыми щеками. Поняла, да? Мне все говорят, что я сделала пластику какую-то. Я официально заявляю, что я не делала никакой пластики. Привет, Сомска. Омск, родные, привет. Привет с Барнаула. Барнаул там, Христиан. Я без... Вот, конечно, без лифчика. Зачем мне грудь делала? Чтобы лифчик, что ли, носить? Смешно. Нет, иногда я его, кстати, одевать стала, потому что мне это боюсь, что грудь обвиснет. А, поэтому одеваю. Ты же наша курочка, пишет. Какой-то сомнительный комплимент. Курочка, да? Как читаешь, Лиз? Ты? Да. Нет. Слушай, а что? Где у меня что? Слушай, у меня шнурка нет второго. Это что за дела? Как его найти? А, кстати, я не могла сейчас шнурок найти. Маша, чего? Как тебя от вранья? Прощи, не появится, от какого вранья? Я всегда говорю только правду. Уважаемые дамы и господа, просто планы, они иногда меняются, например. Вот, Маша, где я на плене делала? Вы можете полистать мою ленту, и там будет написано. Маш, ты супер красоточка. Спасибо. Очень красивые реснички. Маш, ты красотка. Алиса, ресничная фея. Посмотрите. О, спасибо. Алис, где ты? Я где? Видите? Ты видишь, у меня нос в веснушках весь. Да, я заметила. А это почему так? Не знаю. Слушай, весна, у меня такого в жизни не было. Это что за дела? Алис, откуда? Не знаю. Весна скоро. Прокомментируй ситуацию. Так у тебя веснушки? Да. Ну, поймала где-то. На море отдыхала. Много отдыхала, да? Да? Кстати, вот наш логотип. Вот. Ресничный фей. Логотип. Логотип. Ты шлюха с Гриценко спала? Конечно, спала. А почему шлюха? Подождите, а почему шлюха? Он мне, кстати, не платил за это. Это все было по взаимной симпатии большой. Смотри, они написали, что я шлюха. Телефон обиделся и погас. Прикинь. Телефон погас? Да. Ну, видишь, экран стал какой-то мутный. А вы что-то имеете против Ромочки? Он очень хороший парень. Привет. Почему экран погас? Это что за... Может, батарея садится? Я думала, это твой волос настоящий. Бля! Это что за дела? А как такое произошло? Ну, покажи начало. Это как такое произошло? Может быть, твоя выпала? Твои просто здесь, наверное, все выпали. Посмотри! Охренеть! Мне сейчас так страшно стало! Как это произошло? А что это? Как это было? Я что сделала? Ну,
может, уже время пришло. Они вообще никак должны отпадать. Время, говорит, пришло. Слушайте, да, что она говорит? Не, ну просто ресницы, так они выпадают со своими, так и должно быть. Я сейчас так испугалась. Я просто стою, знаете, я потянула за какой-то волос и в этот... Бля, а вот еще. Это вчера мне вот накрутила вот эта баба, прикинь. Я еще сказала, больно, она мне вот так вот дернула, а мне же нельзя. Ну, видишь, это все твои выдернула. Она мне дернула волосы, все. Это она виновата. Я просто сейчас в шоке, сейчас плакать буду. Алиса, как такое произошло? Зачем она так сделала? Ну, она не со зла. А может быть, от зависти. Слышишь, смотри, пишут, что-то вчера мне так накрутили, видишь? Угу. А я сейчас чувствую, у меня мама вчера, знаешь, так стояла, она говорит, вот что это что за дела вообще? Я шокирована. А ты давно их нарастила? Да у меня ни одной пряди в жизни не выпадало. Да? Мне Карина наращивала, это самый офигенный мастер, ну, угу. Поняла, да, которая в Москве? Угу. И в сто... Я вчера чувствовала еще, что она, знаешь, больно делала. Да что за херня? Народ в шоке. Угу. Привет, мои родные. Смотрите, у меня трагедия произошла. Мне вчера волосы выдрали. Я очень расстроена. Глаза красивые, пишут. Вот вчера говорили. Угу. Мама вчера делала замечание. Ну, короче, у меня просто никогда в жизни не выпадали пряди. Это так, мне так жалко просто, реально. Почему-то светлее твоих... А, так мне нарощенно же делали светлее, чем мои волосы. А мои волосы, естественно, темнее. Я же отращиваю свой цвет волос. Вот. Вот смешная. Привет. Машу, это красотка. Я боялась... Саша, я вчера, блин, подняла. Вот так вот. Я забыла вчера, что я в клубе в коротком. Такая жизнь была. Маша, привет, передай привет. Кому? Алис, передай привет. Кому? А, красотка. О, ресницы огонь, смотрите. Мне очень красиво сделала Алиса реснички. И знаешь, что нравится? Каждый раз, короче, прихожу и потом иду к этому зеркалу, да, поняла? Здесь такая подсветка крутая. Я встаю и такая селфи делаю все время вот здесь стабильно. Потом выкладываю. Это специально так задумано. А, так специально? Да. Короче, прикол. Здесь не светодиодная лампа, поняли? А вот такая. Покажи реснички, вы прикалываетесь. Я специально вышла в прямой эфир, чтобы показать. Ресницы. На мне нет ни капли тоналки сейчас. И нос весь веснушка. Вы видите вообще? Просто пиздец. Алиса, это реально жесть. Посмотри, у меня весь нос в веснушках. Реснички были. У меня все, жопа какая-то. Привет, жаркий из Баку. Баку, привет. Я давно хотела к вам, кстати, приехать. Все никак не получается. Сколько времени наращи реснички? 3 часа? И какая длина? Они то есть, спросили. Внимание. 14. Если я лежу нормально, чтобы вы понимали, да, то Алиса может наращивать ресницы в течение 5 часов. Но это я сейчас вообще без преувеличения говорю. Это фанат своего дела. Вот. Я никогда не вру. В жизни никогда не вру. Я могу варьировать на тему правды. Но врать... Никогда в жизни. Длина 14 миллиметров у тебя максимальная. Я сказала 13 этот раз, но у тебя 14. А, 14 максимальная, да? Потом я посмотрела. Глаза огонь. А знаешь, почему у меня глаза смотрятся большими? Я поняла. Потому что на мне же сейчас нет, смотри, ни капли, во-первых, тоналки, да? А во-вторых, нет ни подводки. Но мне кажется, из-за этого глаза больше смотрятся, да? Или нет? Мне кажется, из-за того, что еще нижние немножко как бы вниз увеличивают. То есть верхний наверх, нижний вниз и такой типа круглый глазочек. Просто свои у тебя большие. Так, Маш, сделай еще лицо крупным планом и губы уточкой. У тебя синдром, да?
Маш, какая длина волос? Длина волос у меня сейчас была 90, нет, 80, но, наверное, немножко сейчас они стали покороче, потому что я не это. А мне еще мама вчера сказала, что Маша отлетела, блин. Ресницы супер. А, спасибо. Правда, без тоналки. Да, видите, у меня нос в веснушках весь. Я бы вот явно бы замазала, если бы у меня это была тоналка с собой. Слушай, Алиса, где у меня резинка? Я ее там оставила, белую? На рюкзаке я ее нашла. А, на рюкзаке сейчас я закреплю волосы, потому что у меня... Мне не нравится, когда так они торчат. Маш, ты супер красотка. Мне, кстати, все говорят, что я супер красотка. Сегодня ночью выходите в огородный эфир наш. Нам привезли супер лампу. Привет из Украины, привет. Алис, ты очень хорошо общаешься, как бы голос за кадром. Ты считаешь, что нормально, да? Ну да. Иди покажись, я к тебе двигаю, ты отодвигаешься. Ну я просто стесняюсь. Врет, как дышит, что она стесняется. Я не вру так, что сними свой халат. Это невозможно. Слушай, я в форме, я должна ходить в форме. А, все, телефон сел, ребят. Все, от меня садится. От Алисы такие разряды, так сказать, флюиды секса и красоты, что телефон не выдерживает этого. Если бы еще отвечала на все вопросы, было бы лучше. Слушайте, я отвечаю абсолютно на все вопросы, которые вы мне задаете. По-моему, это уже давно известно. Я люблю тебя, выходи за меня замуж. Она уже выходит. У кого-то есть еще шанс отговорить меня, купить меня деньгами, чтобы я вышла за вас. Почему у мастера нет ресниц? Потому что это проблема всех мастеров, что у нас нет времени на самих себя. И я страдаю. Очень хочу, чтобы кто-нибудь мне сделал. Пожалуйста, дорогие ресничные феи, сделайте мне тоже ресниц. Просто нет времени, реально много работы. Маша, подскажи помаду хорошую матовую. А, очень крутая помада матовая. Могу скинуть в директ потом то, что мне советовал мой визажист. Офигительный. Бля, все, ребят, извините, я забываю. Сейчас я оголюсь. Мне просто мне хочется волосы закрепить, а в итоге... Давайте говорят, принесу рисунок. Пожалуйста. Простите, немножко видно, да? Но ничего, зато все красиво. Главное, что красиво. Слушай, ты знаешь, что у меня никогда не было веснушек на носу? Не знаю, теперь знаю. Объем ресниц 4D. Так, сейчас 4D. Застегну кофту во избежание казусов, а то скажут, что я специально оголяюсь. Завтра у меня съемка для журнала «Максим», кстати. Так, ладно, все. Сейчас я сделаю прическу, извините. Когда урожай собираешь? На огороде. А, урожай, нет, мы сегодня только лампу, вот я жду маму, чтобы выйти в эфир и показать, она не знает, про что лампу привезли, я при вас в эфире, я ее вручу, типа скажу, мама, тебе вот подарок на день рождения, она от меня ждет 10-й айфон, слышишь, а я приду, скажу, мам, вот подарок, она будет думать, что это айфон, а я ей скажу, вот лампа тебе. У тебя хорошо собрано, красиво. Мастер, убрал ресницы, супер. О, спасибо. Алис, смотри на меня. Красотка. Нормально так или нет? Мне нравится. Лицо красиво. Не, а ты что вот так вот? Ты знаешь, что я, кстати, похудела после праздника, мне кажется, лицо, да? Ну, учитывая, сколько ты чего мне рассказала, что ты там ела. Не знаю. Ты такая красивая, ты что? Так, ребят, в свой цвет уходить. Вот мой натуральный цвет. Без фильтра, вот. Волос. А, вот он весь. Уходить или нет? Или оставить блондинистый? Как ты думаешь, мне уходить в свой цвет или блондинку оставить? Мне нравится так. Как, блондинка? Да. Мне просто, знаешь, что кажется, что я психану, буду жалеть, что я ушла в свой, да? Угу. А потом обесцветиться, это все, волос не будет. Да. У Алисы цвет глаз голубой свой. Посмотрите, какой красивый. Супер, да? А у меня зеленый. И нет ресниц. Такой мастер без ресниц. Нет, говорят блондинка. Я тоже думаю, что блондинка. Все-таки может устроить.
сделать опрос, я думаю, потому что я уже договорилась, короче. Ну, я, представляешь, все секреты раскрыла. Короче, я договорилась просто через несколько дней, что я иду краситься прям в брюнетку. Все забыл, в брюнетку, в черную. Нет. Но мне кажется, я буду старше выглядеть намного с брюнеткой. Ты будешь не яркой. Просто у меня жена брата покрасилась, Кристина, которая, ну вот, у которой свадьба была только вот недавно. И мне не, ну, мне кажется, что ее этот цвет делает старше. Но, блин, ей, ну, нужно учитывать, что ей 24, да, а мне 28. Понимаешь? Посмотри на мои реснички. Алиса была. Ой, слушайте, кто бы сомневался. Что, Алису? А кофе? А ты мне кофе больше не сделаешь? Там одна чашка только, да? Рассчитана. Слушай, я говорю, ты мне больше кофе не сделаешь? Одна чашка рассчитана. Передай привет моему сыну Егору Веревкину. Егор Веревкин, привет. Алис, скажи, пожалуйста, секрет похудения. Да что ты пристала со своим секретом похудения? Я могу секрет наращивания ресниц рассказать. Как худеть, я не знаю. Нет, вы знаете, как она мне сказала? Я думала, она стебется, если честно. Я, короче, к ней пришла. Она мне сказала: Маш, я худею. Я спрашиваю, как? Она говорит, я вместо 5 конфет съедаю 2. Я говорю, в смысле, как? Она говорит, ну после каждого приема пищи я съедаю сейчас не 5 конфет, а 2 всего. Вот вы себе такое представляете? Это же шок. Блондинка, ты яркая, я тоже так думаю. Блонд это твое. У меня хорошие реснички. Ага, мои облезлые реснички. Слушай, может, все-таки снять эту хуйню? А? Зачем? Нравится? А зачем ты ее собрала вообще? Я думала, что так будет красивее, но мне кажется, что нет. Нет, мне нравится. Лицо красивое видно. Грудь покажи, вот, пожалуйста. Да ладно, шучу. А ты сейчас скажешь, что какая-то хабалка. Алиса давно работает в этой сфере? Чуть больше года, не так давно. Но у меня была очень хорошая школа. Знаешь хороший рецепт, как отбелить лицо в домашних условиях, Алиса? У меня как про ресницы вопрос. Скажи про лицо. Пробеливали лицо. Чем? Хлоркой? Лимонной кислотой. Ребят, мы честно не знаем, но у меня есть одна маска потрясающая из Израиля. Ее наносишь, Хава, по-моему, фирма какая-то, и она реально отбеливает лицо потрясающе. Задрала драть волосы. Что со штрихом? Со штрихом ничего, штрих со своим штрихом. А я где? А я в Москве. На съемках футбольного шоу, кстати говоря. Вот удивительно, у меня было на Доме 2 два футболиста. Роман Гриценко. Какие у тебя волосы? Это у тебя свои? Да. Такие густые? Да. А ну-ка, повернись. Чем? Ну, я сзади посмотрю. Ага. Такие офигенные. А смотрите, какие волосы у нее свои. А чем ты ухаживаешь за ними? Просто мою голову. Чем? Шампунем. Но у меня окрашены хной, они густые, потому что в поры хна забилась, и типа они толстые стали. Но это только для пористых волос подходит. Если обычные покрасить, ничего не будет. Слушай, ну у тебя очень красивые волосы. Ребят, знаете, они такие у нее густые. Ты прям берешь в руку, чувствуется капона такая. Чувствуется, когда вот все-таки толщина хорошая. Очень красиво. Смотрите, что мне принесли. Это просто сервис, самый настоящий. Мне дали второй раз бесплатно кофе. Называется, блин, коровка или как? Милка, да? Милка это какао, а кофе просто кофе. Латте. Ребят, но самый главный бонус, они просто издеваются каждый раз надо мной и дают вот такую пачку конфет, вот без привлечения, ведро. И говорят, кушай, Маня. Просто жесть. Так, да, волосы крутые очень. Ты в порно снималась. Честно, предложений было очень много из-за того, что у меня огромная пятая точка, но я подумала, что это как бы все-таки не мое. Хотя я успеха добиваюсь в любой сфере, вот как вы уже поняли, да? Училась на философском, закончила на отлично. Консерваторию, аспирантуру. Дом 2 пошла, стала звездой. И думаю, и в этой сфере бы добилась. Но нет, поняла, что не мое вовремя. Ладно, шучу, какой звездой? Ты
ты кого сейчас ждешь? Я вот с Алисой общаюсь. Я закончила делать и решила вас с ней познакомить лично, чтобы она не была за кадром, наконец-то, а была в кадре. Все говорят снять это с головы. Нет, там кто-то писал, что тебе хорошо. Снять или оставить? Маша, блин, порно со скрипкой. Да, это был бы оригинал. Интересно, а можно сыграть во время этого какой-нибудь концерт Сибелиуса, не ошибаюсь? Думаю... Ты еще играешь на скрипке? Да, играю, конечно. Вы что, шутите? Во сне. Сейчас я приду. Алис, пообщайся, курагу возьму. Я? Что я вам расскажу? Могу про ресницы только рассказывать, задавайте вопрос. Где я училась на РАЩ? На РАЩ я училась в учебном центре Сан-Лук. Он при наших феях находится. Типа вы там учитесь, и потом вас трудоустраивают. Так что если кто-то хочет стать мастером, можно туда обратиться. Вы понимаете, да, что я ем? А что ты тут ешь? Орехи? Возьми. Ой, трону. Какая ты умничка. Я спасибо. Ты издеваешься, да? Нет, ну чтобы конфеты не жрать, Маша принесла свою пирогу. Вы знаете, у меня после ресничной, вот после Алисы, да, никогда в жизни не бывает аллергии на ресницах. Угу, это правда. Это такая удача. Обычно выходила, у меня прям, помнишь, что было? Ты помнишь, чем оно было? Ну, ты увидела тогда, да? Да, да. Не, ну у тебя нормально, кстати, было сделано. Сколько Алисе лет? Мне 26 лет. Ты могла сейчас сказать 22? Ну, я же не буду обманывать. Ты мог, можешь, потому что тебя же никто не знает. Ну, это не повод обманывать. Нет, у тебя, когда ты... Исповедь миленькая, спасибо. Когда ты ко мне пришла, у тебя были хорошо сделанные реснички. Тот самый первый раз. Mm-hmm. Тебя делала, ты сама говорила, что делала какая-то мастер-чемпионка. Да, я оценила, что хорошо сделано. Если как бы другой, ко мне приходит другой мастер с хорошей работой, я говорю, хорошая работа. Я... Так, ладно, меня достали, Алис. Скажи, пожалуйста, ну вот что, вот у тебя такая вот шевелюра, покажись, да? Вот, так у лошади, реально. Как у лошади грива. Расскажи секрет, чем ты моешь волосы. Просто шампунь. Каким? Название? Он какой-то индийский, я не помню. Ну вот, это не просто шампунь, бессовестно. Он с хной, короче, типа. Шампунь с хной. И бальзам от него же. На К как-то начинается. Кхади, что-то такое. А, то есть получается, что он не всем подходит. Блондинкам он не подойдет уже. Почему? Что... Ну, он с бесцветной хной. Он не подкрашивает. Подожди, а где ты его покупаешь? Я заказываю в интернете. Ну, он много в каких есть магазинах, в основном в индийских. Вот. Можно просто... Эфир огорода. Ребят, слушайте, вот вы так говорите про рекламу. Это я просто спросила Алису, реально, это, ну, от души дать совет. Вы так все воспринимаете? Это такой бред. А что они сказали? Не обращали внимания. Я пропустила. Огород, эфир будет, наверное, с лампой. Сегодня мама просто в другом городе уехала. Либо сегодня, либо завтра. 100%. А еще мы должны привезти костюм из Люрикса. Обалденный, концертный. Когда снимешь свои ресницы, через сколько отрастут свои? Свои ресницы не вырываются, если наращивать ресницы. То есть вы при своих ресницах остаетесь. Сколько я по времени училась? Я до сих пор учусь, повышаю квалификацию. Мастер — это всю жизнь надо учиться, как на врача. Смотрите, какой кофе красивый. Трехцветный, как будто собака. Зебра. Так. Пупок тебе написали. Да, я не буду лишнего это отклоняться в сторону, потому что у меня шаг вправо, шаг влево, кофта поднимается, понятно? Каким овощам отдаешь предпочтение? Маша любит соленые помидоры, она мне сегодня рассказала. Вы знаете, да, так сложилось, что в последнее время я ем соленые помидоры, огурцы. Да, так вышло, что бывает. Такой период у женщин. Кто-то упорно пишет, Алиса умничка и много сердечек. Спасибо. Первоначальный срок обучения. Теоретический курс бывает разный. Есть неделя, есть две недели, есть два дня экспресс-курс. У меня был неделю первый базовый курс, и потом еще углубленный курс где-то два дня. Маша, почему ты читаешь только хорошие комментарии? Вы знаете, мне не очень хочется читать, где мне пишут, что я шлюха, где мне пишут, что у меня отвратительный голос, где мне пишут, что... Я... Ну, вот смысл мне это читать? Как бы, что мне вот из этого учесть? Меня обзывают. Мне говорят, что у меня плохой голос. Голос такой с рождения. Немножко грубоватый.
Так, что еще? Ну, про остальное я молчу, как бы. Смысл мне читать, если мне хочется, чтобы у меня были позитивные эмоции. Почему стали короче родные ресницы, когда выпадают с нарощенными? Это могло произойти, если вы ставили очень большую длину, очень большой вес. Нельзя перегружать реснички. Ну, типа, если вы все нарастили... То есть, вот у Маши 14 миллиметров, потому что у нее свои большие, она может себе это позволить. Если у вас свои родные, не надо ставить больше 10... То есть, если свои маленькие, не надо ставить больше 10 миллиметров нарощенных, тогда они не испортятся. Важно рассчитать нагрузку. Вот. Сколько у тебя шуб? У меня одна короткая соболиная, одна из шиншилла, одна норковая короткая, одна норковая длинная, одна норковая в дырочку короткая, прикольная, и еще одна, которая в Самаре. Я даже ее не надевала, вот одела только к магу на свидание. Ты знаешь, что у меня маг в Самаре появился? Кто в Самаре появился? У меня дома привидение завелось. Я тебе отвечаю. Да ладно. Ты понимаешь, что я не верю в эту хуйню? У меня собака, короче, Лайла, стояла на кактус 3 часа. Я вызвала мага, он с меня взял 5 тысяч. Он вот с такой вот железной фигней ходил по дому с двумя палочками. Да. Я говорю, ты поймаешь привидение? Он говорит, оно есть, но завтра я привезу сачок еще 5 тысяч. В итоге, говорю, он на следующий день пришел. Звонил. В итоге позвал меня на свидание. Я пошла, заказала на 5 косарей еды. Мне было жалко, что я ему 5 тысяч отдала. Думаю, возьму едой. Потом на следующий день. Суперзвезда, да. В итоге, короче, он... Я на 5 косарей набрала, на следующий день говорит, давай встретимся опять в ресторане. Я говорю, опять встретимся. Я говорю, хорошо, пойдем в другой ресторан, в Хадсон, там один, тоже в Самаре. Он говорит, слушай, сегодня энергетически не тот день, а на улице минус 30. Он говорит, будем гулять. Я говорю, нет. Потом он мне спросил, где ты работаешь? Я говорю, в Пятерочке. Он говорит, откуда такие замашки, типа, что ты хочешь в рестораны ходить? В Пятерочке работаю, в Самаре. Он говорит, а где ты работаешь? Я говорю, на кассе. Он пришел на кассу. Они говорят, слушайте, у вас тут молодой человек приезжал, типа, спрашивал на рейндж-ровере. Я говорю, они спросили, работает ли у вас Мария? А мы говорим, какой фамилия? Он говорит, ну, такая блондинка роскошная, у нее нарощенные волосы, губы красивые. Они говорят, нет, у нас такой никогда не было. Потом прошло час, они вспомнили, у них какая-то баба работала, блондинка, красивая. Они сказали, а точно, уволилась. Такой прикол. Может, просто кактус надо было выбросить, чтобы собака меня не лаяла. Пациентов, я благодарю вас всех за эфир. Ты написала, что мастер не знает, какой изгиб. Я знаю, какой изгиб. У Маши D изгиб. Все, всего доброго. До встречи в огороде.